Из Нижнего Новгорода. Мои самые три любимые места в Нижегородской области – это Нижний Новгород, набережная Федоровского, на втором месте – это усадьба Преклонских и Рукавишниковых в подвязи Богородского района и озеро Светлояр. Я люблю путешествовать, потому что это раскрывает, расширяет кругозор и вообще у тебя появляются новые впечатления. Как быть счастливым? Мой рецепт счастья – это не напрягаться по пустякам и получать новые впечатления.